Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и добро пожаловать в игру Вселенная Суперсхваток. Так, я только что открыл, ребят, сундук и получил 20 карточек Линкольна, 43 карточки на Тимми Тернера, 43 карточки на Опасного Малого, ну, один энергетический кристалл, и слаймов получил почти 600 штучек. Ну, а лига, которая у нас завершилась, ребята, я занял 45-е место. Не самое, конечно, лучшее, но 45-е для новичка — это, я считаю, нормуль. Так, ну что ж, давайте откроем вот этот вот сундучок. Так, нам достается Патрик и Донни. Ну, естественно, слаймы, 86 штучек, и все. Так, ну что ж, давайте, ребята, будем, наверное, потихонечку открывать вот эти вот сундучки. 10 минуточек подождем. Можно, конечно, и за кристалл открыть, но я не хочу. Так, и пора бы нам, наверное, сходить подраться, да? У нас есть еще место, доступна ячейка, поэтому... Да, поэтому пойдем драться. А, секундочку. Мы, наверное, с вами можем кого-нибудь апнуть. Или чуть позже, да? Давайте вначале подеремся, а потом будем уже апаться с вами. Ух! Так, Опасный Малый против Анжелики Пиклз. Вот так вот ей. Ах ты хитрожопый. Пробил. Ты смотри, что делает. Эй, подожди, почему? Во, во. Так, отходим. Ну иди сюда, Пиклз. Эй. Ты смотри, какой хитрый, а. Так, а какой интересный суперудар, ребята, у этого Малого. Вот что мне интересно. Конечно. Давай так. Ух, шикарно. Я, ребят, считаю, что это было очень классно. Он меня хочет подловить. Ну, я думаю, что я его ушатаю. Все. Он зря не стал применять свой суперудар. Ну, из-за этого и проиграл. Рука-лицо. Ну что же, а у нас, как видите, победушка. Долгожданная наша победа. Ну что же, а мы с вами продолжаем, да? Так, у нас уже... Победив в боях три раза подряд. Внимание, что такое? Что это? Не знаю, что это, ребят, тут написано. Но мне это не интересно. Да что такое? Продолжи, давай, что ты мне тут мозги компасируешь. Ну что, оу, а вот этот вот паренечек, ребята, у нас. Помните, да? Первую серию, когда я с ним дрался, он мне навалял. Этот маленький робот. Ну-ка, посмотрим, как на этот раз все у нас пройдет. Но пока вроде бы я иду неплохо довольно-таки. Такая стойка у него. Упс. Нет, парнишка. Только не в этой жизни. Воу-воу-воу. Да-да-да. У него, ребята, именно длинные ручонки. Тонкие палочки, но зато... Опа. Вот это он меня подловил, ребята. А я, к сожалению, лопухнулся. Слушай, он все время, ребята, копит суперудар свой. На, на. Ну не в этот раз. Ёпрст, смотри, что делает. Шустрый ты какой, а? О, не-не-не-не-не-не-не. Фу, повезло мне. А я его почему-то пробил. Странно как-то, да? Но все равно, вы видели, что у него по мне пониженная атака, а моя по нему будет усиленная. Может, благодаря этому я и выиграл? Что такое? А, пишут, что нет слотов. Вот оно что. Да мне как бы... Да нет, мне слоты-то нужны, потому что... Куда я вот этот, по-вашему, сундук-то положу? Тогда, наверное, пойдем... Блин, я не знаю, ребята. Ну, давайте откроем. Хорошо, откроем. Так, Донни. Опасный Малый. Энергетический кристалл. Кстати, а куда они нужны нам, эти кристаллы? Я вот что-то, честно говоря, не особо понимаю. Мы их получаем. А для чего? Так, события. Дойди до арены 1... Чтобы отобраться? Да, я попробую. Нам нужно еще буквально 46, ребята, кубков заработать, и все будет хорошо. Это все обязательно будет, ребят. Так, ну что, теперь... О! Вот, что я и хотел. Это апнуться, ребята. Конечно же, будем апаться. В первую очередь, в первую голову. Так, давай этого Опасного Малого. Он мне понравился. Так, Патрика, наверное, да, с вами? А тут звездность есть у персонажей или нету? По-моему, нету, ребята. Хотя я вижу одна звездочка, но я думаю, что здесь не будет никаких трех звездочек или так далее и тому подобное. Так, ладно, кто у нас еще? Линкольн остался, да, непрапанный? Ну, давайте его тоже апнем. Да, кучей все равно слаймы есть, поэтому надо их тратить. Так,
И поехали, наверное, мы с вами поединок. Есть у нас слот свободный, поэтому надо последний бой здесь завершить. Кто тут у нас? Линкольн, собственной персоной. Смотрите, ребята, по идее у меня идет повышенный урон. Или нейтраль. Нет, по-моему, тут нейтраль, да, ребята. Поехали. У нас нейтральные атаки, то есть не я ему повышенную, не он мне не наносит. То есть на равных. Да отвали ты от меня, эй, Линкольн. Смотри, он делает, ребят, свой супер удар. Воу-воу-воу-воу, я почему-то не могу его пробить. А у него связка комбо, ребят. Пробил его все-таки. Вот так вот, упс, попался, я попался, ребята. Да почему иногда вот кнопки не срабатывают, я не понимаю, ребят. Иногда не срабатывают, хоть я их переставил на клавиатуру, но не всегда получается. Может быть, из-за того, что я тут мышкой еще елозию, может быть, из-за этого не срабатывает. Ну что же, мы с вами заработали сундучок. Ну-ка, он попал у нас в ячейку, да, у нас 6 гемов. Сколько нужно тут, чтобы, например, открыть? 4. Ну, давай открывать. Так, опять достается опасный малый. Донателло. Энергетический кристалл. Да куда же он нужен-то нам? Где он вообще у нас лежит, по крайней мере? Как вы думаете? Вот, энергетические кристаллы. Копятся. Ага. Ребята, мы еще, кстати, на 150 кубках откроем с вами Спанч Боба. Да? И это будет прекрасно. Первоклассный сундук. Оу. Любители страшилок испытания. Хм. Прикольно. Так, магия воздуха. Это аватарчик у нас. И кто? Опа-на. Шумный дом. Испытание. Арена пятая. Клайд. Джиу-джитсу. Йо-хоу. Подойди ко мне. Какой малый. Так, а кто еще у нас тут? Арена шестая. Нифига. По-моему, ребята, тут... побольше стало арен. Сэнди. Схватка Вилли. Арена седьмая. Так, дальше кто у нас? Арена восьмая. То есть уже тут очень много арен. Раньше, я помню, там, по-моему, 5 или 6 было на самом старте игры. Сейчас уже столько арен. Так, ну что, ребятули, я думаю, что 3 на 3 надо сыграть в обязательном порядке. Так, против нас довольно сильные противники. Ну, я думаю, что у нас... Оу! Воу-воу-воу, Дженни будет сильнее меня в разы, ребята. Но я все равно хочу подраться. Посмотрим, на что способна эта, ребята, Джинни. Так, отходим. Отходим, говорю. Попалась. Бинго! Отходим. Тихо. Так, она использовала ульту. То есть, ребята, у меня все козыри на руках. Ну, ты будешь раскрываться? Не хочет. Ха-ха-ха. Второй раз лопухнулась. Ай-яй-яй, промахнулся, ребята. Промахнулся я, к сожалению. А теперь моя очередь, нет? Попалась. Гача. Есть. Ну, осталось совсем маленечко, ребят. Совсем маленечко осталось нам. И мы с ней закончим, наверное. Пускай стоит в блоке, мы будем, ребята, бомбить. Все равно у нее здоровье отнимается, понимаешь? По 4 единички, но отнимается. Пускай стоит до потери пульса, если ей так нравится. Правда, сейчас будет суперудар. Мимо, барышня, мимо. Отлично. Ловим. Фух, Кио. Несмотря на то, что, ребята, мы были слабее Дженни, мы выиграли с вами. И в этом весь смак. Так, поехали, следующий бой у нас. И кто тут? Ну, понятно, ага, кота-пес против нас. Ну, тут у нас хорошо идет атака, ребят. Воу-воу-воу-воу. Прописывает-то он мне здесь, а? Давай, ребят, наверное. Что он там делает? Что это он там... Дразница, что ли? Упс. Все. Что это сейчас было? Мне не нравится такой подход. Эй! Да
Да почему же я, блин, стоял, ребята, в блоке? Блок почему-то не срабатывает. Тут не хватало нам еще проиграть с вами. Хе-хе. Не знаю, как у меня это получается, я вырываю победу просто у них из рук. По всем канонам я должен был проиграть, но, как видите, этого не случилось. Все-таки я успел добить. Так, Тимми Тернер против Анжелики Пиклз. Так, отойдем, отойдем отсюда, парень. Давай дубасить. Ну-ка. Упс, упс. Упс, упс, упс. Отлично. По красоте. Вот это ты зря. Ну что, будет подходить? Я, ребят, сразу супер удар буду свой применять. Бинго! Пиклз попала прям под полную раздачу. Ну а мы с вами победили и получаем. Ничего мы не получаем, нужно 10 побед, ребят, сделать, чтобы получить вот этот вот сундук. Тюш, кубочки, как говорится, залетели к нам, да, в кармашек. 122 кубка уже. Ну что, ребят, давайте, наверное, мы еще с вами немножечко поделимся, да? Так, смотрим. Ну, хорош, хорош противничек. Кто там, перевернутый кальмар его звать, да? Блин, мне вот почему-то нравится, ребята, вот здесь Патрик. Блин, такой, знаешь, напоминает мне какую-то надувную игрушку, вот серьезно говорю. Такой надувной матрасик. Мягкий такой, нежный, пушистый. Нет, ну он не пушистый, конечно, но все равно такой мягенький. Блин, он меня подлавливает, ребят. Почему я поздно слишком, ребят? Надо делать суперудар. Кто откроется? Никто не хочет открываться. Тыч! Отходим, отходим. Воу-воу-воу-воу. Тихо, 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 Патрик. Суперудар хотел сделать, да, ребята? Я видел, что он хотел замутить. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Опасный малый, зачем ты попался? Не надо было так делать, не надо было. Что-что-что? Отойди, отойди. Есть! Фух. Слушай, я просто думал, что мы сейчас с вами проиграем. Но нет, я все-таки накумарил Патрика. Фух, хотя мог проиграть. Ну что, следующий бой, и у нас кто здесь? Ну, у меня-то Донателло, а у него... Ага, Дженни. Не знаю, ребята, мне Дженни, честно говоря, вот не нравится она и все. Может быть, я просто не умею ей играть, а кто умеет, тот просто в восторге от нее. Нет, 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 родная моя. Отходит. Знает, что может попасть. Причем по полной программе. Ну что, добиваем. У Дони, кстати, вы заметили, да? Удары, когда в блоке стоял Дженни, на 8 единиц. То есть больше, чем у кого-либо. Так, следующий бой. Главное здесь не проиграть. Если мы проиграем, ребята, нам придется... Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Против черепашки это, конечно, плоховато, ребята. Против черепашки это плохо. Отойди, отойди, отойди. Ха, захотел с дубинкой, да? Ох ты, пробил. Ну что? Так, нормуль. Теперь будем ждать по каунту. Да-да-да, конечно. Ой, дурила. Пробиваем, ребята, его. Есть. Просто в личко, на тебе. С маленькой худенькой ручонки. И отдуплился у нас Донни. Ну что, ребята, победа за нами. 4 боя еще нужно выиграть, и сундук будет наш. Ну а пока, как видите, мы с вами копим эти кубки. Так, нервный гладиатор уже на второй позиции. Вы что, серьезно, что ли? Ребят, я уже на втором месте, представляете? 39 кубков за... А, видимо, ребят, сезон только закончился. Понятно. Отважный колокольчик. И Гевил... Бл-бл-бл-бл, язык сломаешь. Ну что же, я не знаю, вряд ли, конечно, у меня получится выбиться в первые места. Но сезон закончится через...
Слушай, через 4 или 3 дня, где-то примерно так, собрать. Давай соберем 5. Слушай, где их можно использовать? Я что-то, честно говоря, не особо понимаю, где вот эти вот кристаллы вообще нужны, для чего они нужны. Так, Донателло хочет поднять себе уровень, мы это сделаем. Где же вот эти вот кристаллики нужны? Для чего они вообще? Как они применяются? Рейтинг. Я на 143-м месте, ребят. 143-м месте. Представляешь, сколько тут кубков, ребята? По 14, почти 15 тысяч кубков зарабатывают. Офигеть. Да. Обалденно. Так, ну что, давайте, наверное, еще 4 боя мы с вами проведем. Да? Получим этот сундучок в конце-то концов. И все будет тип-топ у нас. Тем более нам нужно набрать 150 кубков, чтобы спайч-боба себе открыть. Так, ну что, здесь как всегда, ребята, мы с вами будем, наверное, проигрывать. Поехали. Естественно, мне достается Дженни, у которой рейд, ну, посильнее, чем у меня. Вы это видели, да? Что тут происходит? Вот так вот. Тихо, тихо, не надо. Я знаю, я, ребят, хотел... Ладно, все нормально. Ах ты, подловила на меня все-таки, а? А вот я нет. Я лопухнулся. Ну ты будешь ловить-то ее? Упс. Ты понял, что она делала? Вот так тебе в ответку. Давай лови. А почему у меня... Ребята, у меня клавиши почему-то запали. Не знаю почему. Меня подбили. Блин, клавиши запали, представляешь? Я хотел делать удар, а у меня ничего не срабатывало. Нокаут. То есть, хорошо, что мы здесь, ребят, нет такого, да? Без этого, без проигрыша. Или все-таки есть? Посмотрим, скинулось у меня там или нет. Ну иди сюда, Пиклз. По-моему, ребята, тут у меня на кнопках идет задержка, причем довольно сильная. Не сразу, как говорится, реагирует. Слушай, а вот мышкой сейчас вот нажимаю. Все отлично. Это ты зря, Пиклз. Это ты зря, Пиклз. Ну иди сюда, Анжелика. Анжелика, иди, радость моя. Я тебе сейчас накумарю. Вот. Нет, лучше все-таки нажимать этой левой кнопкой мыши на удар, чем на клавиатуре. Вот что я понял. Так, следующий бой. Следующий бой, ребята, и у нас против Донни, да? Окей. Донни, ребята, решил тут что-то прикрыться. На, получи тогда. Такой сразу же. Встрепенулся, так скажем. Ну, что-то ты, Донни, вообще слабак. Готов, отдуплился. Сам виноват, простоял пол игры в блоке. Ну, ребята, мы все-таки с вами поражение получили. Как-то не стал. Поздравляем, ты получаешь Красти Краб. Отлично, тебе удалось достичь новой турнирной арены. Это улучшило награды во всех сундуках в этой игре. Так держать. Губка Боб. Поздравляю, тебе доступна арена 2 Красти Краб. Патрик, ты должен пройти мое испытание крабсбургерами. Привет, Губка Боб, я никогда не откажусь от крабсбургера. Крабсбургера. Так, ребята, события. Испытание крабсбургер. Гарантированно. Ну, нажимаем. Так, начать задание. Когда будешь готов, просто иди по пунктирной линии. Воу, нифига тут у нас, ребятулечки. Ну-ка, давай посмотрим. Склад заданий и арена. Ой, я думал, ты еще долго сюда не доберешься. Да нет? Вау. Так, ребятулечки, смотрите-ка, у нас Спанч Боб, да? Получается, у него усиленная атака против меня. Я надеюсь, что это бот против нас будет, и мы его все-таки накумарим. Хе-хе-хе. Тинь-тинь-тинь. Какая веселая музыка. Тинь-тинь. Ой, сидит. Это блок у него, да, так? Спанч Боб, давай вставай, хорош в блоке-то сидеть. Смотри, а. Слушай, я знаю, как с этим бороться.
Слушай, он специально, ребят, он прочухал, что я хотел сделать. Опять, смотри, сидит в блоке. На-ка тогда, а? Так, тихо, Спанч Боб, хорош. А, есть. Я его все-таки накумарил. И победитель Донни. Замечательно. Ну что, мне дадут Спанч Боба или нет? Дайте мне, пожалуйста, его в коллекцию. Так, открой сундуки. Открываем. И надеюсь, он мне выпадет здесь, да? Так, открыть. Открыть. О. Так, опасный малый. Патрик и Тимми Тернер. Блин, неужели, ребят, мне не дали губку Боба? Представляешь? Мне его не дали. Давай вот это откроем сундук. А почему я не могу открыть его? О, что-то какая-то задержка идет, ребят. Я не знаю, может быть, что-то с пингом. Ну, я нажимаю и... Слушай, действительно какая-то задержка идет, смотри. Коснись, чтобы открыть. Я нажимаю, ребят, и... Звук идет, что я его открываю, но ничего не происходит. Блин, неужели придется перезаходить в игру, а? Ладно, ребят, давайте попробуем, может быть, что-то изменится. Всем привет! Ну что, дорогие мои друзья, я вернулся и скажу, что это мое второе возвращение в игру, потому что первое мое, когда я вернулся после технических работ на сервере, я забыл нажать, ребятули, на запись. И в этот момент очень много чего произошло, поэтому сейчас вот во второй заход мне придется вам немножечко объяснять, что произошло. Причина, почему я не смог открыть тот сундук, ребята, оказывается, там пошли технические работы на сервере, из-за этого все начало лагать, глючить, и вы помните, я специально вышел из игры. Потом зашел, забыл нажать на запись и начал играть. И получил, сейчас будем смотреть, ребята, легендарного бойца Корра. Вот, ребята, вот. Было, конечно, эпично, я очень радовался. Спрашивал у вас, что это за персонаж. Ну, как вы понимаете, все это было впустую, потому что записи не было. Ну что же, так, ребята, Корра. Мне кажется, что она из одной стихии с Аватаром. Вы, надеюсь, понимаете, да, о чем я? В общем, герой мне этот очень понравился. И теперь я хочу, ребят, вам продемонстрировать его. У нас всего лишь 12 энергии. То есть немножечко, но я думаю, что пару боев мы все-таки с вами успеем запиликать. Так, и я хочу продолжить. О, секундочку, давайте посмотрим, что у нас тут выпадет. Так, Линкольн, Донни, Патрик и энергетические кристаллы. Так, слаймики. Шикарно. Значит, ребят, я остановился на событии и как раз перед боссом. Вот, босс у нас... А, нет, ребят, вот здесь надо. Так, минус одна энергия. И да. Ну что же, у нас Сэнди. Сэнди. И, как видите, ребята, вот я играл. Это вот как раз то, что не записалось. Я играл Донателло, и он у меня практически все. Истрепанный весь, поэтому я буду брать, наверное, Тимми Тернера. Мы, кстати, немножко отстаем, но по атаке мы превосходим Сэнди, поэтому давайте, ребята, будем драться. Ух, я готов, ребята, да-да-да, поехали. Тыть, ох ты, ты смотри, хитрит. Вау, Сэнди, ты потише, ты посмотри, что она... Ребята, она меня разобрала практически моментально. Дай-ка я попробую супердаром. Ты смотри, а, ты посмотри. Так... Воу-воу-воу-воу, тихо, суперудар. Ответка. Есть. Будет знать Сэнди, как нарываться на Тимми Тернера, верно? Ребята, мы с вами выиграли 84 слайма и 1 гемчик. Это круто. Классные приемы, я впечатлена. Но сможешь ли ты одолеть губку Боба? Продолжай в том же духе, и мы скоро это узнаем. Открыть сундуки. Вау, давай, конечно, откроем. Откроем обязательно. Так, где они? Где сундуки, которые нам... Во! Сундук задания, давай посмотрим. Кстати, вот из такого, по-моему, сундука я и достал Корру. Так, Линкольн. Вау, ребята, Леонардо! Мне достается Леонардо, я давно хотел. Я, ребята, вам... Хотя вы этого не слышали, не записал же. Я всем говорил, что я хочу собрать всю коллекцию черепашек. То есть Донателло у меня есть, появился у меня Леонардо, еще осталось Микеланджело и Рафаэля найти. Это круто, это, ребята, классно для меня. И еще у нас один сундучок. Вот, вот, ребята, вот из такого вот Корра, видите. Вот отлично, мне нужна Корра, она очень сильная. Мне понравилось, как она дерется. Я надеюсь, мы будем с ней довольно долго воевать. Так, ну что, ребята, давайте, наверное, мы с вами... Так, а где... Подожди. Где мои
ребятулечки. Погоди-ка, у нас, по-моему, там что-то открылось, нет? Нет, мне показалось. Давай-ка мы, наверное, с тобой начнем быстренько разблокировку одного сундучка, да? И хотелось бы мне, наверное, я вот не знаю, Тернера поменять на Леонардо. А надо ли такое делать? Он у нас еще слабенький, к тому же. А, кстати, ребята, вот еще персонаж, что у меня открылся. Это Рокко. Это тоже было в тот момент, когда запись не удалась. Так, я хочу прапать. Я хочу прапать, ребята, вот этого вот нашего опасного малого. Мне он нравится. Парень такой бодрый, все отлично. И прокачивается неплохо. 267 мощей у него стало. Так, ну что, дорогие мои друзья, давайте продолжать, наверное, с вами дальше поединок. Я так понимаю, мы должны добраться до Спанч Боба, до губки, и заполучить его. Особые события у нас откроются скоро, но насколько скоро, я не знаю. Так, вот у нас, ребята, подожди-ка. Да, вот у нас четвертое задание. Так, эй, у меня есть для вас сюрприз. Так, сюрприз у него есть для нас, да? Ребят, за каждую эту у нас отнимается одна энергия, вы видите, да? Так, и у нас... Дженни. Но Дженни здесь проигрывает, судя по тому, как у нас Донателло супер-пупер выкрутас. Давай попробуем накумарить маленькой. Оп, оп, опа! Зер гуд, ребята, зер гуд. Хорош, 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 о, Дженни, хорош. Успокойся, радость моя. Отдохни маленько под кустиком. Теперь моя очередь. Суперудар, ребята, у меня готов. Пробиваем. Бинго! КО! И все этим сказано. Так, ну пока будем играть Донателло, надеюсь, скоро мы с вами и до Леонардо доберемся. Так, что у нас тут? Энергия тратится, причем довольно быстро, ребятулечки. Не знаю, сможем ли мы с вами дойти. Так, что у нас тут? Котопес что-то говорит. Сюрприз? Что за сюрприз? Нам не послышалось? Нам очень интересно, что это за сюрприз. Им очень... Оу, 422 мощей. Слушай, давай, наверное, возьмем Корру. Ребят, не знаю, смогу ли я победить, но я буду стараться. Я просто так не сдамся, вы понимаете. Так, поехали. Опа, хитро. Так, ребят, что-то мне не нравится. Смотрите, стоит не только отойти. Опа, видите, что начинает. Оу, малорик, Кора, молодец. Давай, давай, давай. Так, стоим, стоим, ждем. Стоит, ребята, только начать делать суперудар, и он сразу же... Да ёпрст, ну как же так, ребят? Я раскрылся и получил. Да, сразу он жал, чтобы мне надо было раскрыться для того, чтобы он провел суператаку. Плохо это, плохо. Будем, ребята, мстить. Мстить будет у нас Донателло здесь. Поехали. Сейчас я ему устрою здесь карнавальную ночку. Смотрите, только начиная я, ребят, например, делать суперудар, да, он сразу же активируется. Смотрите, что мы делаем. Оп. Но не в этот раз, парень. Не в этот раз. Так, атакуем, атакуем. Да что ты будешь делать-то? Котопес какой-то очень жесткий, но мы его пробили, ребят. Здоровья очень мало у нас остается, но надеюсь, все-таки сможем дойти и победить. Так, двигаемся сюда. Ага, здесь у нас кто? Арнольд. Ну что, Тимми, давай попробуем с тобой справиться с Арнольдом. Блин, у нас, ребята, вот самое обидное, что Кору у нас очень быстро с вами победили, поэтому... Ну, хитрый, конечно, этот компьютер, тут ничего не могу сказать, ребята. Будем тогда бить его вот так вот. Пускай он стоит в своем блоке, мы его пробьем. Очень долго нам придется тут его бомбить, наверное. Ну... Ай, ну давай отойдем, хорошо, фиг с ним. Хоп, хоп. Ты понял, что он делает? Ничего себе! Ты посмотри. Так, давай-ка ответку. Да ёпрс! Что за... происходит здесь? Ловим. Ну он сильный, сильный этот Арнольд. Оп, суперудар. Ага, понял, понял. Есть, мы его подловили, ребят. Хорошо, хорошо, хорошо. Суперудар. Есть! Слушай, ну у нас очень мало здоровья, что у Донателло, что у Тимми остается. Я не знаю, как мы будем с вами побеждать последнего врага. Хм. А враг у нас
Спанч Боб, собственно, ребята, персоной. О-оу, о-оу, а вот и он, вы готовы? Я вот точно готов. Да, он так точно готов. Ребята, у нас очень мало здоровья. Как мы будем тут выигрывать, я не знаю. Поехали, попробуем. Начало неплохое. Оу, черт, нифига он меня, ребят. Я не ожидал, что будет супер удар от него, а. Ну что, у нас остается только Донателло. У него очень мало, ребят, здоровья. Причем пониженная атака по именно Спанч Бобу. Плохо. Я попробую, конечно, что-то тут предпринять. Смотри, ребят, он сел в блок. И сидит. И сидит, не вылазит. Но я, знаете, что полагаю, он... Если мы сейчас с вами что-то сделаем, он наверняка запиликает суперудар. Поэтому давайте его пробивать в этом блоке. Мы его сейчас с вами должны победить. Если он не будет раскрываться, мы потихоньку-потихоньку его с вами победим. Главное, чтобы он ничего не делал здесь сверхъестественного. Конечно, долго это все будет. Я, может быть, даже здесь вырежу что-нибудь, покажу, как я его просто добиваю. Смотрите, вот в этом случае, в данный момент, да, компьютер просто, ребят, тупит и глупит. Хотя, если, может быть, у него тут сработает, знаете, остается, например, 30% здоровья, да, он активируется и быстренько нам прописывает суперударом. Суперудар у него уже давным-давно накопился с моей помощью, потому что он получает, ребята, как говорится, люли, несмотря на то, что он в блоке. Ну, давай-давай-давай. Совсем немножко осталось. Ребят, это я делаю для того, чтобы не рисковать. Нам нужно пройти, нам нужно получить этого Спанч Боба себе. Смотрите, нет, он так, наверное, и будет до последнего сидеть, пока я его действительно, ребята, здесь не разберу. Ну что же, я могу сказать, что здесь в этом случае не очень хорошо продумана боевая система врага. Так можно любого, даже супер-супер сильного персонажа вот так вот возле стенки просто убить. Так, ну что же, скажет нам Спанч Боб. Что-нибудь будет? Так вот ваш сюрприз. Это я, ха-ха-ха, я решил, что хочу вашу команду. Ребята, отлично, мы с вами заработали Спанч Боба. То есть у нас есть Патрик, у нас есть Спанч Боб, все отлично. Нам осталось только Сэнди заработать, да? Ну что же, открываем сундучки. Оу, да-да-да, вот он, ребята. Губка Боб, разблокирован. И что у нас в этом сундучке? Так, хорошо. И два гема. Так, слаймиков 68. Ну что, я считаю, ребята, что сегодня серия была великолепна. Так, у нас 854 слайма и нужно нам кого-то прапать. А давай-ка мы прапаем. Да-да, губку Боба. Еще даже можем уровень. И еще. Оу, четвертый уровень он имеет. Так, замечательно. У него, по-моему, ребят, две звезды, я так понимаю, да? Две звезды. Так, давай посмотрим здесь. Или у них у всех две звезды? А ну-ка посмотрим. Да, ребята, у них, по-моему, у всех две звезды. Так, ну что, дорогие друзья, давайте мы, наверное, на этом с вами закончим эту серию. Хотя, подожди секундочку, я кое-что посмотрю. Так, погоди, вот. А, у нас есть, ребята, еще ячеечка, поэтому я думаю, что есть смысл ее забить сундучком. Поэтому погнали. Так, Кора против Арнольда, да? Схватка, конечно. Конечно же, ребят, схватка. И погнали. Тыч, тыч, тыч. Вау, неплохо ему. Тихо, 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 он мне тоже неплохо, ребята. Но мы, по-моему, сильнее наносим урон. Вообще великолепно. Так, теперь, ребята, посмотрим суперудар, смотрите. Великолепен, да? Вот такой вот мы водяной шар отправили, который Арнольда, в принципе, и подбил. Так, я рад, первая победа за нами. Поехали еще. Внимание, что, да, а, все, ребята, все. Нету больше местечка у нас для сундучка. Ну что же, увидимся с вами в ближайшее, ребята, время. И продолжим играть в эту замечательную веселую драчку. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. If we only could talk just a little, find a place where the past is forgiven. You moved on, I am stuck in the middle. Tried to run, but there's nowhere to go. Even in my sleep, I'm calling out your name, but I never wanted.